Всем привет, с вами Тимон, и мы продолжаем проходить Алису Madness Returns. Хотя мы давно... Ну, у нас были тех проблемы и так далее, но бывает. Точнее, не тех проблем, а работа. Я, в принципе, даже уже не помню. Как тикает. Так. Не помню, что мы там хотели, что... Короче, с зайцем и с мышью все сделали, все получилось у нас, да. Продолжаем. Так, корзинка, воспоминания. Так, шикарно. О, значит реально запрыгнуть. Папа, из-за твоей любви к фотографиям в библиотеке воняет гнилыми фруктами. И я уверена, что реагенты еще ядовиты. Интересно. Так. Оп! Что-то моргало? Ой. Так. Я зубик не собрал. Ну ладно. Зато зубом возвращаться не будем. А, там просто дыра. Ладно. А потом прикинь, так одного зуба на прокачку не хватит. Чё? А, шляпник? Такой, что это? Круто. Нахрен. Шляпник, давай быстрее. Now.
давай, давай, давай. Следующий маневр — это хорошо. Ну давай. Хорошо. Да офигеть он прыгает, я тоже так хочу. Конечно, не туда. О, так а тут воспоминания, тут не бутылка даже. Кто-то говорит, что даже в плохой книге можно найти что-то хорошее. Никогда не читал философию пословиц, написанную Мартином Фуркухером Таппером. Фига себе. Какие умные слова. Да блин! Так, по сути мне он, да, он мышь и заяц. В ту сторону. Хорошо, они что, вдвоем против меня будут? Грипп. This feels like an earthquake. What's happening? Все плохо. Well, they look like I know. Your judgment must be severely impaired. Так, замок. С этой скважина. Окей. Заяц. Перцемолочка. Он очень безумный шляпник. Так, а куда из перцемолки-то валивать? Сюда, что ли? Я понимаю, что здесь где-то должна быть эта хрень. Но я ее в упор не вижу. Где-то же она должна быть. Фига. Рычаг. Нет. Нет, я понимаю, что куда-то мне как бы надо, но
понять не могу, куда. Здесь я был за воспоминанием, правильно? Может, я здесь что упустил, кроме воспоминания? Кроме воспоминаний здесь ничего нет. И умереть здесь нельзя. Самое-то интересное. И Чешира не призвать. Он хоть и редко помогает, но помогает. Где кнопка? Так, ну тут везде наверх можно подниматься. Вот реально везде. Может быть... Наверху, конечно, но... Здесь, по крайней мере, не видно ничего. Так... О! Вот! Вот! Я же говорю, я явно что-то где-то упускаю. Что-то элементарное. Позитивно. Где-то зуб. Да и насрать, ладно. Он как-то забагованный. А зачем мне это? У меня обычно такие воспоминания, бутылки там, но... Так, внизу шляпник, типа. Да? Если я упаду, я не суициднусь? Что-то зубы лагают. Ну ладно. А, ну да. Чу! Иди, говорит, сюда. Ну. Хрена! Вот это выбил. Етитьки-колотитьки. А вот и поезд. Чудной. И жуткий. Вы прибыли в пункт назначения. You'll never stop us, silly Hatter and Alice. It's lift. You're too late. The insolence, the arrogance, the execrable table manners. They are destroyers of Wonderland, defilers, denuders, derangers, delightful. Did they actually create that infernal train to destroy Wonderland? What does that matter? They deserve to die. Put me. Так, шляпника верните.
Так, с кем схлестнуться? С вами двумя? А, это ролик идет еще. Я уже поворачиваться хотел, вся фигня. Мышь. Соня. Мартовский заяц. Да вы чё? Слышите? Это чё за беспредел, а? Да, интересный батл. Все сломалось. Шикарно просто. Офигеть. Шляпник, это шляпник учудил, что ли? Драгоценное имение и гости, все, что я хотел, лишь чаепитие. Шляпник, пожалуйста, ты обещал, куда идет поезд? Какой всем там сузу? Ответь мне, сейчас же. Время то, о чем ты хочешь поговорить. Время чаепития. Поговори о поезде с черепахой. Он провел циркальной линией. Ну давай, дурак. Мы еще можем остаться друзьями. У меня есть хороший дарджилинг. Пей. Мои сегодня разрушены. Я пытаюсь воссоединить их по частям, и я знаю, что поезд мешает мне. Ты должен помочь мне, ты обещал. Ну да, шляпки. Это помогает им помочь себе, кем бы он ни был. Очень содержательно, он заслужил смерти. Я тону в чае, в неведении. Твою-то за ногу. Ну нельзя же так, ну... Я надеюсь, они не погибли. Но лично это было похоже именно на это. Уайтчепел — это не греховное подбрюшье Лондона, это верхняя и нижняя области. Ну ладно. Я, ребят, думаю, что мы сейчас закончим. Saints be praised that he works in mysterious ways. Got plans for her. Take her over to the Mangled Mermaid. Rent a bed. Ты охренел? Do you think you're doing? What comes natural like? Not natural to me. Get away. Ну что, ребят, мы снова в Лондоне. И там есть кошак. Я думаю, нам стоит на этом закончить, потому что, ну, это... Серия вышла очень содержательная и очень крутая, на самом деле. Ну, и мы... остановили, по крайней мере, мартовского зайца. Остановили мышь Соню. Вроде как помогли шляпнику, но при этом... При этом, ну, я надеюсь, что он не погиб. Хотя мы с вами утонули в чае. Это что-то, нечто мозговыносительное, но... В общем, увидимся в следующей серии. Это просто крышеснос. В общем, всем спасибо, что смотрели. С вами был Тимон. На Digital World в роли Алисы, которая находилась в стране поломанных чудес. И это было шикарно. Увидимся в следующих сериях, в следующих прохождениях, в следующих играх. Пока.